Всем привет, ребят, с вами Варва Вира. Расскажу, как снять себя, не снимая людей, с которыми вы разговариваете, да, не снимая собеседование самого человека, да, а только себя, свое изображение. Все очень легко и просто, вам нужна любая программа для записи с экрана. Я пользуюсь вот этой вот программкой, FastTop. Вы можете использовать любую другую программу, которая вам нужна. И обычный Skype. Вот он мой Skype. Здесь мы нажимаем «Инструменты», «Настройки» и выбираем «Настройки видео». Вот открывается наше видео. Привет всем! И вот таким образом мы можем записывать видео. Сейчас я пользуюсь этой программой, поэтому вам показать конкретно не могу. Но что мы делаем? Мы просто выделяем ту часть, которую хотим записать. Например, вот это видео. Из этого уголочка доводим, да, только видеоролик. Можем убрать свое изображение куда-то вдаль, чтобы оно не очень-то мешалось нам. Вот. И таким образом записывать видео, и потом просто выкладывать их на YouTube. Все очень легко, просто, без заморочек, без каких-либо программ. Надеюсь, вам было полезно видео. Пока-пока. С вами была Уварова Вера.